О, привет. Приехали. Не успели подводки снять, да? Рассказывай, Настя, куда мы приехали-то? Вот маленьким приехали. Капец, они серенькие, да? Хотя много хочется. Пить хотят? Сейчас мамка приедет, напоит вас. Утики. Ать. Куда пошел? Все, сюда нельзя. Сюда нельзя. Че, ее можно здесь гулять? Нет. Все, поймал я тебя. Куда пошел? На, Настюха, это твой. У тебя замена, кстати. Привет! Ты заметила, что у тебя новый сейчас? Они такие прям не брыкаются, такие спокойненькие. Но. Этот лизака, ну-ка. Да, он так целовал. Ну покажи, я не видел. Да, это лизон. Вот так пиши смешно. Да. Позови его к себе. Позови к себе. Лизон. А, вон, смотри. Опа. Ну, вот такие хорошенькие. Блин, вообще вот эти крутые прям. Я вообще. Хочу вот это. Какого ты хочешь? А там еще девочка, она самая красивая из всех. Маля. Но она грязная, здоровая. Ты этого хочешь? Ну такой вообще. А почему нравится. Этого, а не того? А там-то кто? Где? Вот это. Это их собаки. Это шарик. Это просто собаки? Да, у них подари. Собачье не царство нравится. Тут. Да? У них тут, наверное, царство. Привет. Прям. Ну ладно, как потеширую за чай. С первыми двумя мы познакомились. Тут стой. Это получается мальчики, а там будут и девочки, и мальчики. Четыре мальчика у них родилось, и одна девочка. А девочка самая красивая у них. Да. В маму все. Ё-моё! Целое хозяйство, да? Им тут прям вообще. Вот это круто! Вот это для собаки, мне кажется. Бантик забыл снять. Раздолье. Что, надо снять эти, да? Привет! Такие хорошие! Такие хорошие! Вот это вообще хорошие! Хорошие! А где девочка-то та самая красивая? Она самая красивая. Вот это? Она у Насти здесь? Да. А, смотри. Сразу же... Очень. Ты что касаешься? А, какие хорошенькие. Вот эти вообще крутые, да? А ты что? Ты кто? Ты кто? Ой, ты красотка тоже. А ты какая. Опа, мамка побежала. Очень. Эти щенки продаются, они очень классные, я тоже себе такого хочу. Да. Эти маленькие. Вся информация будет в описании, кто захочет себе такого щеночка, то welcome. Вот эти. Такие хорёшки. Да, маленькие хорёшки. Вот у них должен быть какой-то дом. Да, большой, да, да. Свой, загородный, понимаете? Если у вас свой дом, то вообще... Вообще, это ваш вариант просто. Лежит, ну-ка. Иди ко мне, парни, иди ко мне. Там есть лизун. Да, мы знаем, мы с лизуном знакомы, хорошо. Осторожно, 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 осторожно. Идите пейте. Вот так вот. Ну, нормально. У нее глазки не голубые, да? Да. Потому что у них еще окраска у всех одинаковая, да, такая? Да, и не выбрать вообще, все хорошие. Парма! Гуля-гуля-гуля! Блин, прикольно. Oh.
Она вообще хорошенькая, она. Ну все. Кто играть в ней будет? Малявка. Такие хорошие. Я хочу себе всех. Можно? Заверните, пожалуйста, вот этих малявок сяеньких, сладеньких таких. А, кто мой шнырок тут без палева ест? А? Они все прям хорошенькие. Ты чё, что ли? Да ты чё говоришь-то? Ну тебя буду снимать. Готовы? Гурю! Я ещё не могу над ними. Скоро съедят. Да, короче, у индюшек тема то, что они только первый год вкусные, поэтому им дают ровно год, а потом у них жалко и смешно почему-то. Ты чё выпендриваешься? Молодец! Типа я на воле, а ты там сидишь, вот тебе. Да. Ну такой, хитрый, рыжий. Что, Дим, пошли? Вон, идут еще с нами. Какие хромые. Агрегаты два хромые. А сейчас та же самая ситуация, только ворота стали открытыми. Шарик. И Парма сразу же не выпендривается. Вот так вот. Собаки только через ворота друг друга гав-гав-гав-гав-гав, выпендриваются что-то. А так встретиться вживую сыкотно. Вот так вот. Ну, в принципе, как и у людей, на самом деле. Ништяк, девка. Кайф. А моя боится плавать. Нашли здесь озеро, да? Оп, побежала. Она, короче, это, паникует и вылазит. А Типа не нравится? Мне Тиму так... Типа не прям вообще туда была. Ну, Тиму. Потому что вот так руками плаваешь, да. Я тут Тиму нету. Как будто... Кайф, да? Ты тоже давай залазь. Давай. Грязнюля. Я хожу. Короче, она у нас так не заходит, а мы ее вот так. Там. И что ты ссышь? А здесь не залезь. Давай иди, купайся. С другой стороны. Она еще обычно это злится так. А-а-а. Да? Сейчас что-то не злится, смотри. Это же жарко, так-то ничего. Ну ладно, говорит, нормально, понравилось, да? Понравилось? Конечно. Вот так вот. Эти бегают. О, мы сейчас плавать. Еще покажем наше выступление показательное. Что у тебя типа есть? Сидеть. Я заяц. Зайка. Я не пинайте там. О, зайчик. Тапит. Что с ним? Ты решил почувствовать себя маленькой, хорошенькой собачкой? Да. Такие спокойные после гулянки, да? Все, накупались, нагулялись, да? Вот так вот. Милка накупалась, да? Ты такая хорошая. Заходили? О! Оп! Вот он снимает. Ну, все из миски, не ко мне, да? Вот так вот.
А так. Кормящая мать. Давай. Там еще сзади это так прикольно сидит. Кавка. Тан-тан-таран-т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 ан. И тарелка тоже. У них там вообще... Война! Можно положить еще, они сидят. Можно еще, потом они еще сидят. Они бесконечные, могут есть, да? У них нет чувства меры. Это комета Кими приехала. Вот так она так же ела. Нормально. Пока-пока. Гурю. Казань — это вообще тема. Короче, футбольное настроение. Все весело. Вот это огонь. Все, выходим на стадион, ё-моё. Вот оно, событие, которое мы ждали. Хорошей игры, хорошего времени. Вообще просто событие, первый раз на таком мероприятии. Это круто. Гризман, Мбаппе, Гризман, Варан, Льорис рядом, смотрите, ё-моё. Уважение и равенство. Усман Дембеле, Мбаппе. Самый неоднозначный, мне кажется, который только был сейчас. Все голы какие-то, пенальти какие-то. Блин, короче, решение уже после, получается, просмотра повтора. Да. Хотел сказать, что прям все равно, конечно, эмоции вообще нереальные. И вот эта атмосфера, вот это гудение, которое вы никогда не почувствуете. 41 тысяча сегодня зрителей, и это было мощно. Австралийцы прям гудели как надо, прям слышно было сильно это все. Вот, и когда зазвучал свисток, чуть не заплакал, прям так приятно было, что я нахожусь на таком событии. Очень круто, реально. Очень красивая мечеть, ребята. Я не знаю, мне Настя сказала, что здесь тёлочки у нее в Инстаграм выкладывают фотографии. И если честно, да, я тоже выложил в свой Инстаграмчик фотографию. Короче, оно реально очень красивое, и будете в Казани, заезжайте в Кремль, оно внутри. Где Настя? Точнее... Я ее дома оставил. Серьезно? Да. В общем, вот такие вот дни были крутые. Чемпионат мира я побывал, мы сходили с очень крутыми собачками хаски. И, кстати, по поводу Казани, друзья, у вас офигенный город. Я, к сожалению, ничего толком не снял, потому что я ходил вот так вот. Ну, реально, очень красивый город, безумно просто. Вот эта набережная, она реально очень крутая. Я сейчас поставлю какие-нибудь кадры, просто кто-то снимал где-то, вот, не свои. Очень крутая набережная, очень крутой город, и чистота, и, блин, круто. В общем, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, и еще... Совсем скоро будет проходить Results and RDS.
Это крупнейший автофестиваль в Пермском крае. Очень много машин, много будет дрифта. И я думаю, мужчины, все, кто наша аудитория из Перми, обязательно приходите. 14-15 июля будет проходить. Ссылки в описании будут на всю более подробную информацию. Сегодня было хорошо? Да, завтра будет стопудово лучше. Давайте, всем пока-пока.